Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня готовим сельдь. Сельдь по-новому. Засолка вас удивит. Такого вы еще не слыхали. Но прежде чем начать видео, приглашаю вас на мой новый кулинарный канал. Ссылочка в описании. Ну а мы с вами начинаем! Чтобы сельдь получилась очень вкусной, нужно приобрести вкусное и свежее и большое сырье. То есть селедка должна быть крупной, без изъяна. Второе правило. Если у вас селедка стоит в морозилке, ее нужно заранее отправить из морозилки в холодильник, чтобы она медленно-медленно растаяла. Не вздумайте сделать так, взять селедку из морозильника и отправить при температуре, например, комнатной, чтобы она растаяла. Тогда она получится невкусной. Вы должны запомнить этих два правила. И еще очень важно, сегодня мы засолим селедку в молоке. Она получится белоснежной, мягкой, вкусной, именно благодаря молоку. У меня на канале есть, наверное, 5-6 видео на тему, как засолить селедку. Обязательно заходите, смотрите и что-нибудь да вы найдете для себя. Давайте приступим к засолке селедки. В подготовленную глубокую форму отправлю сельдь. Она должна быть без изъянов и блестящей. А теперь займусь маринадом. Здесь у меня находится 0,5 литра воды. Добавляю к воде специи. Это лавровый лист, кориандр, а также гвоздика в бутонах, перец горошком и перец душистый, и сахар, а также соль. Маринад отправлю на огонь. После закипания буду варить еще 2-3 минутки. А потом выключаю огонь и жду, пока наш маринад остынет до комнатной температуры. Остывший до комнатной температуры маринад выливаем к селедочке. Вот так аккуратно, со всеми специями. Сверху заливаем все молоком. И последний штрих, все накрываем пищевой пленкой. Отставляем мариноваться селедку при комнатной температуре на 2 часа, а потом отправляем в холодильник на 3 суток. Через 3 суток селедка будет готова. В сегодняшнем видео, мои дорогие, мы вместе с вами засолили селедку по новому рецепту. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом и приготовьте такую рыбку в домашних условиях. И вы будете в восторге от результата. Понравилось видео, жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.